Любое, ну вот в рабочем деле, как и не в рабочем деле, очень большое значение имеет технология. Вот даже я, например, для меня новый костюм вот одеваться, чтобы в колодец слазить, я его еще не знаю, как правильно одевать. Вот один раз правильно одел, другой раз неправильно одел. А правильно одел, не подумал, что это я правильно одеваю. А неправильно одел, то, что за 10 секунд, в 3 минуты меня взяло, весь запутался. Значит, тогда я потом уже анализирую, индуцирую это все и делаю вывод, вот этот костюм, в отличие от того, надо надевать стоя. И вот таких моментов технологических 100, 200, в колодце, не в колодце, все имеет свою технологию. И вообще технология – это главная категория, важнейшая категория 20 века. И переход на 21 век. Даже в сексе. И то есть технологический момент. Если бы у меня секса было больше, я бы больше написал о технологии в сексе. А у меня его было мало, и я кое-что написал, но, тем не менее, и в сексе тоже есть моменты технологии. Это позорно. Так же непрофессионально, как рабочий, который не индуктирует из своих разных случаев технологию. Будет ровно 20 лет, то есть 29 лет и 29 зим я работаю с слесарем. С слесарем настоящая, так сказать, мужская работа. Потому что вот это все, стыдно быть, жить в уюте, это серьезно было. Но летом я посидел, а зимой не хочется. Я весь грязный, мокрый выйду оттуда. Я уже знаю, что верх не помешает. Видишь, я верх не надел. Все надо свитер туда снять. Нет, ну до голода я не буду раздеваться. Ну, в общем, все. Кино не будет. Наша. Олег, ты уже грузишься, да? Вот такая штука у нас. Вот это мой инструмент. Это Андрей, это другой бригады. Я люблю трудности, я люблю устать, я люблю... Устать. Я люблю до изнеможения устать. Я люблю... Потом выхожу, я удовлетворенный. Я наконец получил настоящую нагрузку. Я сделал дело. Но я чувствую себя героем Джека Лондона, там, значит, Высоцкого. Я как-то проявил... Ну, я имею что-то мужское.
самом деле слесарная работа требует очень большого ума. Она требует заботы об инструменте, она требует организованной, заботы о болтах, заботы о том, о сём. Это многим не дается. А мне нравится, что, как бы говорят, ну, это не сделано, что Зиновий сделает. Дело в том, что пока работаешь в колодце, ты не чувствуешь, как у тебя замерзают ноги. А потом, когда вылезаешь, они начинают оттаивать. И вот это очень мучительно. Это по-настоящему мучительно бывает. Вот я говорю, что даже в колодце засовываешь пальцы в рот там. Потому что там еще не просто вода, там вода бьет струей. И когда летом, это не страшно. Вот летом она бьет по пальцам, ничего страшного. А когда она бьет зимой, даже осенью, это совсем разные вещи. Вот так, тут уютно у нас. А вот на Пархоменко было плохо, было плохо. Там я никогда в столовой, там где-то пристроишься. А тут хорошо, здесь прекрасно. И в холодильник можно что-то положить. Вот. Тут... Вообще помещение хорошее, помещение хорошее. Я выиграл в дороге, страшно выиграл, здорово выиграл. Валера, нравится тебе эта работа слесарная? Скажи, пожалуйста. Нравится, конечно. Вот ему тоже нравится. Правда, он работает всего полтора месяца. Или месяц? Не полтора месяца. Два месяца? С июня месяца. С июня? А вы, значит, порядок. Я уже путаю. Ну, в общем... С июня месяца работаю. Так что... А многие так... Многие хорошо относятся, серьезно к работе, а многие так... По-разному. По-разному. Вот если бы вы пришли раньше, то там ребята перцов купили и вышли немножко вот такие. Вот. По-разному. Но раньше при советской власти преобладали пьяницы просто. И кроме того, были разные типы, в том числе из тюрьмы. Там. Я, в общем, больше типов повидал, чем Достоевский в своем мертвом доме. Это такой у меня отечь. Но он спасает мои очки в автобусах, в давках всевозможных. Поэтому, значит, когда я однажды, как однажды, благодаря Володе Непьевному, увидел себя на экране, и я заметил, что у меня, что я страшнее Айболита, я не знаю кого, Бармалея, очки занимают вот такое. Я себя со стороны никогда не видел. Я как увидел себя, ёлы-палы, что у меня за очки. Тем более, что они там пораненные, там упадали во время работы. Поэтому соседка вообще делает очки. И тогда я, значит, она заказала быстренько, что вообще надо немножко, как немножко надо ограничивать свою бессеребренность, так немножко надо ограничивать свое наплевательское отношение, как ты выглядишь, как ты одет. А то ведь мне говорили, что ты одет, ты похож на бомжа. Я говорю, похож, похож. Ну, кроме всего прочего, ведь помимо того, как выглядишь, от этого много зависит. Мне начекать, как меня встретят приемные, как меня встретят. Ну, а как меня встретят женщины, мне не вообще не начекать. Поэтому и тут надо уметь себя
ограничить свое наплевательское к себе отношение. То, которое у Маяковского было. И в результате, например, Маяковский страшно кашлял. Значит, что я был в школе? Во-первых, значит, во-первых, я пел. И фразу первую в первом классе я единственное помню. Ты не бой мне пой. Ну, это все вот фотографии тех лет, первых лет, таких лет. Это, значит, 45-й год. Это были пластинки у нас дома. Это было, значит, за что страдает ангел чистый? За что поверг из-за меня во тьму ты взор ее лучистый? Удай мне радостную весть. Щедра моя старуха, не найти щедрей. Подарила мне старуха 10 дочерей. 10 девушек огонь, обожжешься только тронь. Ай, дай, ра, та, ра, дай, да, та, ра, да, ра, дай, би. За версту они видны, так красивы и стройны. Ай, ай, ра, лай, да, 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 дай, да, 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 ри, ди. Только все они с изъяном кушать просят постоянно. Ай, ай, ра, дай, да, 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 дай, ди. Девки здоровенные, необыкновенные. Ай, ай, ра, та, ра, да, ра, ди, да, ра, да, да, ра, ди. Кто б не взял их ягода муж, не берут без денег замуж. Тоска. Тоска, когда человек все есть, все хорошо, он насыт, он накормлен, у него все есть. Нет повода, для, с точки зрения обывателя, никакого повода для тоски нету. А он весь изнывает от тоски, потому что он, что, для чего, как, когда, это все, неужели так вот все, я никогда, и так вот я проживу, так занимаюсь, что-то накапливаю. Было 50 тетрадок, стало 70 тетрадок, что-то выписываю. А что, куда это? Ну, как-то, что такое теплое местечко? Вот это в моем стихе там это есть. Бьюсь не о том, чтобы что-нибудь решить, чтобы выиграть какое-то сражение. Предел мечты занять бы только лишь уютное какое положение. Как будто нет во мне, как будто нет чего-нибудь на всех людей. Похоже, на самом деле, не на всех, а на таких особых. Уж видно так оно, уж видно так судьбой, трусливой моей судьбой. Вот слово «трусливое» положено. Специально целью не ставил никогда сочинить что-то. Как сочинить? Как? Наклевывалось, говорю, так наклевывалось. И мне кажется, что в лирике, в поэзии, она должна отражать настоящие плотские
переживания. Не то, что я встретил девушку полумесяцем, брошь, значит, что-то. Понимаете, ну, вот он ходил, и ничего у него вообще не было, на самом деле, его вот, страшное сексуальное желание. Еще до встречи девушки, ему постоянно. И вдруг я жил спокойно, и вдруг я встретил девушку, потерял покой. Это неправда, это схема. Вот, значит, я мечтал, что встречу тебя с ясным взглядом и пойдем по жизни. Мы с тобою рядом, за трудами дней пойдем и за судьбою. И зажгутся звезды все для нас с тобою, хоть крадется глухо. И подходит боль к нам с сексуальной мукой и с тоской любовной выносил. Однако я так и эти верил, что найду я. Все мечтал, что встречу, думал ведь увидеть. Мы с тобою радость и любви взаимны. Мы познаем сладость, но в какой стране ты, на какой планете? Я пешком пошел, баритил бы на ракете. Вот это реалия, реалия любовных переживаний, любовных мух, она у меня прямо, эта жена, без абстракции. А с женской стороны, вот у меня, наверное, получилась такая песня тоже неплохая. Как прошли холода, вдруг стряслась обида, беспокойная ходит и нервная ходит, словно бреду. Нет, я лучше уйду. Это вирус какой-то, наверное, и не умочь тишина. И силен сатана, не живет она бедная, мается и пьяна без вина, и полночи без сна. Этот вирус весна называется. Совершенно счастье. Это Чехов говорил, что этот Треплев несчастлив, потому что он талантлив, а в своем таланте не нашел чем заняться, не остановился ни на чем. И это состояние хуже, чем состояние неталантливого человека. Потому что он устроился дворником, или устроился он, значит, дальнобойщиком, или, я не знаю, бандитом устроился, и все, ему больше ничего не надо. А тут нет, тут талант всегда будет внутри, он будоражит, и он не дает покоя. Там, в принципе, вот в этой мелодии можно, как это делают большие композиторы, вот у них вот этот мотив, он переходит второй, и они потом делают вот такой шлейф и возвращают. Так вот в этом я мог бы сделать шлейф. Вот в этом шлейфе я боюсь плагиата сделать. Потому что за эти мотивы, за эти две части я как уверен, а как начнешь шлейф вот устраивать, ну вот это у Чайковского, у них вот основной мотив идет. Потом он так шлейф делает, разворачивает и снова приходит. Та-та-да-та-та-да-та-та-да. Я там еще свищу. Та-ра-та-та-та-да-та-да-та-та-да-та-та-да. Та-ра-та-та-та-да-ту-та-ти-на-та-ра-та-та-та-ти-н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 а
по карте я не побывал ни в Дели, ни в Мадриде, ни на Кубе, ни в Гаити, ни в Джакарте я не повидал ни тундры, ни тайги, ни бури, ни пурги, ни дел, ни слов, ни слез, ну, в общем, ничего хорошего. И в стороне от горя, от тоски, вот эта вся тема, что стыдно жить в уюте. Не повидал ни тундры, ни тайги, ни бури, ни пурги, ни дел, ни слов, ни слез. Ну, в общем, ничего хорошего. Хорошие слезы, буря, пурга, там вот все тяжело, промерзнуть там. И в стороне от горя, от тоски. Меня гнетет то, что я в стороне от горя, от тоски. Хожу, брожу один, заброшен. Та-дири-дири-та-танди-т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 а-дири-дири-та-танди-